Я на балконе своего замечательного номера. Вот я здесь расположилась. Это уже у нас вторая неделя моего пребывания в этом санатории прекрасном, который называется Сергеевка. Я вам его немножко покажу. Большая территория, довольно приличные номера. Номера на одного человека стоят, как я уже сказала, 650 гривен в сутки, включая питание, включая проживание и включая процедуры. Процедуры вам тоже покажу, которые здесь смогу показать. Вот такое видео для тех, кому интересно, как выглядит этот санаторий Сергеевки на лимане, на грязях. Пожалуйста, вперед, я вам все покажу. Вот такие вот у нас процедуры. Вот так. Грязевые ванны. Мы намазываем все, все, все. Все при все. Вот такой вот грязью. Потом на солнышке высыхаем. И потом мы здоровенькие. Вам вот эту вот такую вот круглую такое помещение. Видите, внизу обогреватели. И здесь вот такая грязь, которую люди наносят. Вот залезать не буду руками, потому что потом не выключить мне мобильник. Грязь такая, ну вот сейчас немножко пальцем. Она вот такая вот очень жирная, такая на ощупь очень приятная. И она нагрета здесь под обогревателем 36 градусов. Вот ей намазываемся вот так. Видите, у кого чего болит, тот и намазывается. Я намазала спину, колени, а потом еще вот лицо. И засекаешь время 20 минут. Вот здесь вот часы. Сейчас у нас 9 часов утра. Так как никого нет, суббота. И довольно рано. Вот я здесь одна, поэтому показываю вам, как, в каких здесь помещениях применяется эта грязь, как она используется. Вот надо от 15 до 20 минут намазанной грязью. Это женское отделение, есть мужское по времени. И здесь, как вы видите, все затянуто такой фольгой. Она отражает тоже свет, отражает тепло. Здесь довольно-таки тепло, я не знаю. Это как раз то, что нужно. От 32 до 35. Это температура, при которой наносят грязь. Вот. Это такое грязелечение. Ради этой грязи люди отовсюду едут и вылечивают все свои проблемные места. Вот. Как я говорила, уже артрит, полиартроз, остеохондроз. А потом ишиаз, лимбаго, грыжу позвоночную. Вот эта грязь с лимана все вылечивает. Ноги я надела бахилы, видите, чтобы не пачкать пол. И вот так вот ходим таким микритосом. Эта грязь еще, говорят, улучшает обмен веществ полностью. Восстанавливает циркуляцию крови очень хорошо, расширяет сосуды. И иногда противопоказания у тех, у кого высокое давление,
давление может подскочить. Но потом, говорят, оно нормализуется. Но врачи боятся все-таки, чтобы не было проблем. Поэтому вот гипертоникам, людей с повышенным давлением, они стараются на грязи не посылать вот такие вот общие полные. А посылают только на такие примочки грязевые. Здесь тоже есть. У них такие в подушечках грязь, просто прикладывают к больным участкам, тоже горячим таким нагревают эту грязь, эти подушечки. До температуры 30-35 градусов, очень приятная процедура. Мне ее тоже делали. Я вам покажу, как я выгляжу, видите, я даже на лицо нанесла. И на волосы немножко. Вот такая я красавица. Вот в лечебный корпус сейчас покажу вам, столовую. А здесь вот смотрите, какие красивые мраморные статуи при входе. При входе цветы. И вот такой вот холл. Вот такой вход. Лестница на второй этаж. И здесь столовка. Там детские корпуса, вот туда столовая. Все красиво. Здесь в основном, видите, все под такой мрамор сделано. Здесь такие кармашки, можно посидеть. Диванчики, телевизор. И вход в столовую. Вот сейчас фиточай нам выдадут здесь. А кислородного пока нету, да? Как? С 10 до 11. Кислородный коктейль? Да, я вам... Вот здесь такой вход в столовую. Сейчас покажу вам с двух сторон. Здесь пьют все фиточай, как вы поняли, да, из травок за 30 минут до еды. И вот такой вот зал столовый в одну сторону. Уже накрыли на столы. И другая сторона, видите. Ну, все простенько, но ничего так. Территория этого санатория. Вот такие корпуса. Лечебный корпус. Там дальше памятник Тарасу Шевченко. Здесь территория очень большая. Ну, вот такая вот. Чистенько, все ухожено, красиво. Сейчас вам немножко покажу, пройду. Так оригинально здесь украшен вход. Вот такая деревяшка, изображающая скульптуру. Здесь еще такие вот, то ли гроты, то ли что это. Санаторий этот называется Сергеевка. Он находится рядом с санаторием Виктория. Я сначала была 10 дней в Виктории. Там я немножко вам тоже показала. Но там территория такая, что особо показывать нечего там. Здесь немножко покрасивее. Вот здесь перед входом центральный корпус. Какой-то сидит. Это не знаю, кто это такой. Сейчас попробую подойти посмотреть. Какой-то король. Не знаю. Ничего не написано. А может это Нептун, а может это кто? Да нет, не Нептун. В общем, вот он тут восседает перед входом главным. Туда дальше главный вход. Еще один корпус. Спальный называется корпус. Там столовая, покажу вам. Здесь опять такая клумба, типа альпийской горки. Вот такая центральная аллея вышла я. И в одну, и в другую сторону. Вот там вот спортивная площадка. И вот такая вот панорамка. В ту сторону тоже центральная аллея. А вышла я вот отсюда. Видите, какая огромная здесь территория. Это считается
детский санаторий. Здесь отдыхают мамочки с детьми в основном. Лечатся детки вечерами. Вот здесь вот очень много тоже мероприятий для детей всяких. Аттракционов. Игры устраивают какие-то. А я вот туда вот дальше до конца пройти. Я живу в частном секторе. Такие коттеджи отдельно стоящие. Сейчас покажу вам. Я живу вот в этом двухэтажном коттедже. Здесь номера отдельные с балкончиками. Сейчас пройдем поближе, и я вам покажу. Вот этот вот тоже санаторий. Здесь стоит с питанием, с проживанием и с процедурами физио, с грязелечением. Путевка стоит 642 гривна за ночь. Вот сейчас я на лесенку поднимусь. Здесь в этом коттедже всего 14 номеров. Вот таких они считаются. Одно, двухспальные. Вот здесь вот беседка. Видите? Там можно попить чай, посидеть. Вот так выглядит эта общая беседка такая. Видите, здесь кулер стоит, чайник. Можно выпить, скипятить чаю. Это коттедж с другой стороны, солнечный. Я думаю, что у меня там сторона в тенечке. И довольно хорошо, когда жарко. Сегодня у нас 2 августа. Ну и жарко. Плюс 27 с утра. Сейчас у нас полдень как раз. Я прячусь от солнышка. Видите, территория такая ухоженная. Красиво все кругом. Елочки, клумбы. Там дальше за забором еще какая-то располагается база отдыха или санаторий, может быть, здесь они сплошь. Вот так по винтовой лестнице я поднимаюсь на свой 2 этаж. И вот здесь комнаты. Это не моя, а здесь дальше моя. Вот такая. Я здесь уже расположилась вечерочком. И в жару читаю здесь книжки, валяюсь. Это такая мне выдана раскладушка. А это мой номер. Вот такой номер. Все простенько. Ну, все есть. Видите, холодильничек маленький, здесь маленький телевизор, стол, зеркальце, такая большая двухспальная кровать. Вот так, здесь кондиционер и туда вход в ванную комнату. Вот здесь такой туалет, умывальничек небольшой. И ванная комната. Вернее, здесь душевая такая вот душевая кабинка. Ну, неплохо. Все вполне. Такой шкаф для одежды. Раздвижной. Вот так. Неплохо. Я считаю, вполне. Всего хватает. Здесь такие жалюзи. И вот это выход на балкон. На балконе. Здесь сушка есть, белья. И вот такой вид. Очень все неплохо. Очень все цивильненько. Вообще этому санаторию 70 лет. Там написано, что им 70 лет уже. Прекрасный вечер. К сожалению, вот. Я не могу сделать так, чтобы не блестело мое лицо, потому что я сегодня пришла с пляжа, а сейчас у нас 10 часов вечера, нет, 9:30. Вот сзади меня прекрасная панорамка. И все, друзья, замечательно.